Привет! Вы на канале Пассиан Шоу, меня зовут Дмитрий. В игры одни и те же на своем канале я играю крайне редко. Не потому, что я нахожусь в неком поиске той самой идеальной игры, а потому, что я хочу играть в разные игры, и игр хороших, ну и не очень хороших, много. А сегодня такой редкий случай, когда я второй раз играю в одну и ту же игру. Игра называется Dungeons of Numera. И я в нее играл осенью этого года, когда эта игра появилась на конкурсе PNP настольных соло игр. А в этот раз я играю в нее в рамках соревнования, в котором я принимаю участие вместе с моими американскими друзьями, блогерами, настольщиками, соло игроками, такими же как и я. Мы играем в разные игры, поиграли уже в несколько. После моего триумфального начала в игре Welcome to. Две остальные игры я не то чтобы проиграл, но первое место не занял. Поэтому надо нагонять. Надеюсь, что сегодня смогу раздобыть много очков. У меня соперники очень приличные. Там тоже и в Dungeons, но в Numero у них там все замечательно. Поэтому, да, сложно будет рассчитывать на победу, я думаю, в, в этом турнире, но я буду стараться и буду рассчитывать на поддержку с вашей стороны. Мы играем в разные игры. Это Криси, Васелко, Мэтт, Ханс. И еще к нам присоединился блогер по имени Брэд, и его канал называется Брэдс Борд. Ссылку на его канал я оставлю. Совсем молодой канал. У него буквально там пара-тройка видео появилось совсем немножко подписчиков, поэтому загляните к нему. Очень любопытный парень для начинающего блогера очень прилично у него все получается. Все, вступление на этом закончилось. Давайте будем играть. Я не буду останавливаться на правилах. Я уже рассказывал, наша задача дойти, дойти вот до этих двух сокровищ. Мы можем, основные правила заключаются в том, что здесь, как судоку, мы не можем в одном и том же, вернее, в одном и том, ну да, в одном и том же ряду мы не можем писать одни и те же числа. И наши числа должны э, располагаться в порядке возрастания. Внутри одной комнаты. Вот одна комната, вторая, третья. Вот это вот одна красная. Э -э ну, в смысле, это две разные комнаты, но сумма внутри этой комнаты должна быть не больше 42. Кажется, когда я первый раз сыграл, я мог допустить там опред определенные ошибки. И основная ошибка, которую я, возможно, допустил, я не, не пересматривал то видео, возможно, я там допустил эту ошибку, если в, на вашем броске выпадает что-то такое, что вы можете куда-то написать, то вы обязаны это написать. И это зачастую, конечно, портит все планы. А так, в общем-то, будем продвигаться. У нас тут есть двери. Вот раз дверь, два дверь, три дверь. И эти двери мы можем открывать. Вот четыре. Только в том случае, если мы раздобудем ключи. А ключи у нас вот здесь. Соответственно, вот в этих клетках какое-то число мы должны написать. Одно важное правило, которого мы еще должны придерживаться, это то, что если в комнате Очередной цифру, которую вы хотите туда написать, будет такая, которая превысит общую сумму всех чисел внутри этой комнаты, вот эту сумму 18, например, для синей комнаты, то вы не можете это число туда написать. Если вы не можете выпавшее число на кубике, на одном из этих трех кубиков никуда написать, то вы обязаны зачеркнуть один из этих черепов. Каждый череп даст вам минус одно очко в конце игры. У нас есть один раз за игру плюс один или минус один сделать на любом кубике, один раз за игру перебросить любое количество кубиков и один раз еще сделать одно из этих двух действий. И последнее правило, это в смысле не правило, это как происходит подсчет очков. Здесь мы считаем, какие числа будут написаны поверх вот этих сокровищ. Плюс еще, если сумма внутри одной комнаты будет строго равна той цифре, которая здесь написана, то мы добавим по одному очку за каждое число, которое внутри этой комнаты написано. Все, давайте играть. Погнали. Первый бросок. Будем, будем надеяться, что выпадет что-то хорошее. А ну да, у нас тут есть еще вот эти вот монстры. Если мы будем, вып... если у нас будут выпадать дубли, то мы будем биться с разными монстрами, и они будут давать нам всякие плюсы, если мы соберем их всех. Ну и плюс еще есть вот эти вот вопросы. Это я уже сейчас не буду на этом останавливаться. Давайте играть. Итак, 2, 5, 6. Неплохо. Это значит, что мы можем 2, 5 и 6 записать. То есть здесь у нас числа по возрастанию. Общая сумма здесь у нас уже равна, получается, 13. Я запишу, чтобы не забыть. То есть мне пятерочку сюда записать и все. С этой комнаты можно будет распрощаться. Ну а поскольку шестерку я написал поверх вопросительного знака, я должен бросить один кубик и э, вот это выпавшее значение прибавить к шести и посмотреть по справочнику, что мы, какое испытание мы встретили. В следующем раунде вы можете помещать числа только в этой комнате. Это плохо, потому что мы бросаем. И мы обязаны здесь разместить, ну, скажем, 4 вот сюда. И мы получили один ключик. Ну, а вот эту четверку... А, нет, кстати, это я зря так сделал. Я здесь напишу троечку. Троечку. И ключик я получил А вот эти две четверки Это у меня будет побежденный вот этот монстр Гублин Так Неплохо Неплохо Движемся дальше Да, и здесь у меня уже не 13, а 16 Значит, мне осталось двоечку вот сюда написать И с этой комнатой будет все закончено так, ну а у меня здесь 5, 5 и 1. Вот в этом коридоре мы должны писать цифры по возрастанию. Поэтому я сюда записываю 1. А две пятерки я использую вот здесь, чтобы победить этого орка. А, да, кстати, мы еще получим дополнительное очко в конце за каждый вот этот зачеркнутый квадрат. Две единицы и пять. Это нехорошо. Хорошо. Ну, две единицы сюда пойдут. А вот эта пятерочка придется записать сюда и надеяться, что выпадет 6. Надежда довольно слабая. Три пятерки. Ну, зашибись. Две пятерки зачеркиваю здесь. И еще одну пятерку. Ну, наверное, я сделаю из нее 6. Да? Использую вот это свойство. Напишу сюда шестерку. Так, дальше. 2, 2 и 1. Так, ну ладно, вот эти две двойки. Это у меня будет вот этот скорпион. Один побежден. Ну и единицу запишем вот сюда. Пробрались мы в следующую комнату. Снова две единицы. Фу. Окей. Значит, здесь мы зачеркиваем. И давайте эту двоечку я вот сюда запишу. И у меня будет ровно 18. Так, обведу здесь. Что 18 у меня есть. Ну а две единицы я зачеркнул. Это значит, что в следующий раз, когда мы будем бросать э, дубли, то мы сможем перебросить один из кубиков перед тем, как записывать числа. Мы приобрели, мы стали победителем вот этих крыс и приобрели такое свойство. Так, движемся дальше. Да что с такое? У меня, одни, у меня одни дубли. И, ну, это хорошо, конечно, дополнительные очки. Но хотелось бы уже и по комнатам двигаться. Ладно. Василиска победили. Вот этим дублем. И пятерочку запишем вот сюда. Поскольку здесь у нас вопросительный знак, мы бросаем один кубик, и нам выпадает шестерка. 6 плюс 5 это 11, и 11 это... Мы должны бросить 2 d6, то есть 2 кубика. Если мы бросаем больше, чем время сейчас, ну, реальное время у меня сейчас без 5 11. Тогда я смогу э, стереть ранее написанное число где угодно. Если я выкину меньше, то я могу стереть до двух номеров. Но мне это, наверное, не нужно. Я, конечно, брошу. Я, я могу вычеркнуть что-то, но я не хочу ничего вычеркивать. В принципе, это, конечно, штука шикарная. Если вы вдруг что-то написали не то, что нужно, это вам поможет. Но в моем случае пока еще, наверное, рановато. Все, погнали дальше. Так, 2, 3 и 5. Вот пятерку в этой линии я писать не могу. Поэтому я пишу 2, 3, 5. Наверное, так. А, то есть я получил еще один ключ. Так. И у меня сейчас сумма получается 16. Давайте я запишу 16. То есть каким-то образом 14 очков я еще должен здесь набрать. Но это несложно на самом деле. Так, 6, 1 и 2. Ну, в общем-то, получается, что единственный вариант двигаться дальше для меня это написать 6 здесь. Открыть эту дверь, да, то есть использовать один ключ и 1 и 2 записать вот сюда так и здесь у меня уже получается не 16 очков а 22 окей так две шестерки и 4 ну что ж здесь у меня тролль побит хотя я наверное не буду с этим торопиться я, наверное, открою еще одну дверь. Хотя нет. Нет, оставлю эту дверь. Оставлю. Давайте, четверку сюда запишу. Эту дверь открою вот этим ключом. А эти две шестерки использую на битву с троллем. Едем дальше. Так, 1, 5 и 2. Мне нужно раздобыть этот ключ, чтобы открыть эту дверь. Поэтому я пишу 1, 2 и 5. Да? Раздобыли еще один ключ. И здесь у меня 8 очков. Так, 2 единицы и 6. Ну давайте. 1,1. Я воспользуюсь вот этим свойством. Да? Когда я бросаю дубли, я могу один кубик перебросить. Я переброшу его. Еще одна единица. Прекрасно. Я прошел этот коридор. Так, 5, 5, 3. Еще один дубль. Могу перебросить, могу убить этого орка И у меня получается, что я получаю какой-то амулет И он мне дает вот что Если я бросаю за Encounter Это вот эти вопросительные знаки То я имею право перебросить кубик Но второй бросок должен принять Ну давайте Победили мы орка так, здесь у меня выпала тройка. Эту тройку я пишу сюда. И Я бросаю тот самый Encounter. Мы помним, что мы можем перебросить. Так, 4 и 3. Это хорошо, потому что 4 и 3 это семерка, которая дает мне возможность написать любое число э, вот в этой комнате. И я напишу здесь 4. Едем дальше. Две шестерки и тройки. Я что-то слишком много дублей бросаю. Так, ладно, две шестерки я сюда. Тройку я запишу, наверное, вот здесь. Дальше. Так, шесть, три и четыре. Четверку я приберегу. Вот для этой комнаты. Вот сюда. И у меня становится 26. Так, а какая у меня здесь сумма получается? 10, 11, 15, да? 15. Если я добавлю еще 9, это будет 24. Ну, в принципе, мне много тут еще останется. Давайте, ладно, 6 сюда. 3 сюда. Да, это получается 24. 24. 5, 3, 6. Так, если я все это запишу вот сюда, это будет 14 очков. Это будет 38. Тогда давайте сделаем так. 6, 5. Ну неплохо. Давайте тройку я сюда запишу. Брошу за этот вопросительный знак. 3. 3 и 3 я могу перебросить. А что мне там выпадает? В следующем раунде вы не можете использовать никаких специальных возможностей. Ну, ладно, наверное, могло быть и хуже. Так, у меня здесь получается 38 очков. И мне тоже четверка нужна сюда. Ну, вот сюда, да? То есть я получу 4 очка за это сокровище. Есть четверка. Так, ладно, давайте эту четверку сюда. И у меня здесь ровно 42 очка есть. Так, это с четверкой мы разобрались. Остались еще двойка и пятерка. Давайте двойку я, наверное, сюда. Здесь у меня будет 24. Если эту пятерку сюда, то у меня будет уже 10. Останется 14 очков. 3, 4, 5. Так, давайте я, наверное, эту пятерку вот сюда запишу. Окей. 2, 3 и 4. Неплохо. Мы, в принципе, можем 3 и 4 сюда записать. Ну или 2 и 3. А сюда написать четверку, например. Но с другой стороны, я лучше запишу, например. 2, 3 и 4. Так. Мне надо будет ключ этот получить обязательно. Это у меня получается 12 очков. Ну а двойку я, наверное, вот сюда. Так, мне еще сюда четверку нужно. Давайте я, наверное, тройку эту здесь оставлю. А 4 и 2 запишу вот сюда. Вот так. Так, 4, опять 2, 3, 4. Это как-то не очень. Давайте вот эту четверку я запишу вот сюда. Закрою эту комнату от греха подальше. Так, у меня осталось 2 и 3. Я использую вот это свойство переброшу. 6,3. Я переброшу еще раз. 4,3. Да что же эти тройки-то вылезают? Я ставлю четверку сюда. А эту тройку я никуда не могу вписать. Я не могу писать сюда, сюда или сюда, потому что я превышу значение. Поэтому мне придется один черепок использовать. Так, ну и поскольку я поверх вопросительного знака тут что-то нарисовал, бросаем. И это четверка, это восьмерка у меня получается. В следующем раунде я могу помещать цифры только в этой комнате. Плохо. А, я же могу перебросить вот этого. Да, давайте я переброшу. 6, по-моему, еще хуже. Да? 4 плюс 6 это 10. 10. Бросьте 1 d6. Если у вас выпадает то же самое число. А, если выпавшее число совпадает с, од... с одним из чисел, уже написанных в этой комнате, то вы зачеркиваете одну... один череп. Ну, не страшно. Есть. Не, нету, значит, единицы это то, то, чего здесь нет, значит, мы можем бросать дальше. Так, что мне нужно? Мне сюда нужна пятерка. Открыть ключ. Ну и дальше спускаемся здесь. Есть пятерка. Есть пятерка. Я получаю ключ. Так. Открываю эту дверь. Все ключи использовал. И у меня выпадает 1 и 2. Я пишу 2 сюда, сюда пишу 1. И у меня здесь сумма пока что 3. И это очень хорошо. Мне только 6 получить в следующем раунде. И все. Как только я получаю второе сокровище, игра на это моментально заканчивается. Ну а пока я нарисовал двойку на вопросительном знаке, я должен бросить кубик. Это 2. Что-то плохое. 4. В следующем раунде вы должны бросать кубик один за другим и, и писать числа. Давайте я воспользуюсь орком этим, переброшу. Ну, снова выпадает 2. То же самое. Наступает последний раунд. И согласно этому свойству я бросаю кубик по одному. Ну, бросаю и сразу же записываю. К сожалению, все, что сейчас выпадет, то и будет тем самым числом. Ой, пусть это будет шестерка. А, подождите. Я же смогу, могу еще сюда размещать числа, да? Сколько у меня здесь получается? 9. И 6 это 15. И 2 это 17. То есть мне нужно пятерку, да, записать. Выпадает 1. Но 1 я никуда не могу записать. Поэтому я зачеркиваю 1. Черепок. Бросаем дальше. Выпадает шестерка. Я записываю 6 сюда. И у меня здесь становится ровно 9 очков. На этом игра заканчивается. Мы можем считать очки. Итак, я получил 4 и 6. Это 10 за сокровища. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще десять за этих вот всяких монстров. Теперь я получаю очки за каждое число вот в этих комнатах, да, где у меня ровно, ровная сумма. Раз, два, три, четыре, пять.

5 очков. Эх, по-моему, к сожалению, одно очко я не добрал до результата в Мой главный соперник на данный момент. По-моему, он 46 заработал. Я 45 заработал. Ну, не буду я ничего переигрывать. Это была неплохая партия. Где-то мне повезло, где-то нет. Вот с этой комнатой мне не повезло. Если бы я ее закрыл, я бы получил еще дополнительный раз, два, три, четыре, 5 дополнительных очков. Ну а так, к сожалению, только 45. Буду надеяться на то, что этого хватит хотя бы для второго места. А там посмотрим и поборемся. Все. Данженсного Нумера no мы сыграли сегодня. Пожелайте мне удачи дальше в этом турнире. С вами был Дмитрий. Канал Пассиан Шоу. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока.